В Ахе участились случаи незаконных подключений к централизованной системе водоснабжения. Нарушители пользуются водой в отсутствие соответствующего договора. Так, 27 октября при обходе центральных сетей водоснабжения аварийной бригадой МОП ОКХ установлено самовольное подключение и пользование системой водоснабжения. А именно, в колодце возле жилого дома номер 12/1 по улице Цапко обнаружена врезка трубы в центральную сеть. При этом договор на отпуск питьевой воды не заключался. Незаконная врезка была устранена аварийной бригадой муниципального предприятия. Кроме того, работниками Ахинского коммунального хозяйства составлен акт о выявлении несанкционированного подключения. Потребителю будет направлено уведомление о необходимости заключения договора. Также расчетным способом будет произведено доначисление платы за коммунальную услугу. Произведение пропускной способности трубы на ее круглосуточную работу выдаст круглую сумму, которую придется заплатить за незаконное подключение.